действительно, клуб «Зебра» на Ленинградке находится на западной стороне Ленинградского шоссе. Ориентир – автомобильная заправка «Shell». Но въезжать в него нужно чуточку раньше, сразу после того, как закончится парк Северного речного вокзала. Он находится как раз рядом вот с этими башнями. Пешком можно дойти от метро «Водный стадион» примерно за 5-10 минут. Честно говоря, вот сам фитнес-клуб «Зебра». Он занимает не все здание, а примерно 2/3. Рядом имеется велопарковка. Такие жутковатые деревья, такие обрубки, их сильно обрубили. Мы пришли.